Привет, ребят. Ну что ж, не знаю, позволит ли мне место на телефоне снять видео за один заход о данном наборе. Это относительно свежий набор от компании MiniArt с деревенскими жителями. А, точнее, да, советские деревенские жители. Значит, содержит он 6 весьма интересных фигур. Такая коробочка в красном. А, не сером цвете от Masterbox, а это, наверное, характерно для наборов с жителями, значит, гражданскими, да, с гражданскими фигурками. Все-таки у нас их мало, хотелось бы больше, и поэтому, не задумываясь, взял данный набор. Как только он появился, сразу мне захотелось, как появилась возможность, сразу его приобрел. Так вот, давайте посмотрим быстренько, что внутри. У нас внутри вот такие литники, разбитые на маленькие литнички. На этом литничке у нас фигурка старушенцы. Я так понимаю. И фигурка мужичка с папиросой. Ну что сказать, по скульптуре в принципе все хорошо. Стандартно для мини-арта. Литье тоже хорошая. На этих литничках у нас находится фигурка девушки. Фигурка девушки с ведрами. Фигурка мальчугана. Подростка, да, в кепке такого хулигана деревенского. И фигурка вот этого вот маленького, прималенького пиздюка. Собственно, по мне, это, наверное, самый такой интересный персонаж. Вот такой клоп, ну представьте, это вообще ужас. Вот сколько он будет в высоту, я не знаю. Но парень очень прикольный, прям не терпится его собрать и покрасить. Вот, что ж, даже дефекты не хочется искать какие-то здесь в этом наборе. Все в принципе нормально, даже если есть облой, а он есть. Он хорошо очень стачивается и получаются, я думаю, очень достойные фигурки. Поэтому набор я очень рекомендую всем, кого интересует тематика Великой Отечественной войны. И гражданские фигурки на ваших диорамах будут, естественно, не лишними. Очень смотрятся хорошо, работаете. Не обязательно использовать их и на военную тематику. Вот, поэтому он очень может пригодиться. Набор мне очень-очень понравился. Я его планирую использовать в дополнение к фигуркам от Masterbox, есть тоже сельские жители, чтобы показать такую деревню, оккупированную немцами в годы Великой Отечественной войны. Ну, вам спасибо за просмотр. Наборчик, кстати, стоит не очень дешево, порядка 700 рублей, 600, там, может быть, 80. Вот. Но, тем не менее, не пожалейте денег, если вам интересна подобная тематика. Я думаю, приобретать все-таки его надо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, не очень коротко все, что нужно, я сказал. Всего хорошего и до следующих видео.